Ну что, парни, всем удачи. Давайте разнесем их нахрен. Давайте. Парни прикалываются, жесть. Красава. У кого-то сигнал прикольный. Так, а мы куда едем? Ага, мы на первую точку. На золото. Опачки по попочке. О, на колеса встали. Нормально, приземлились. Это наш. Ну, конечно. Берем толкан. Посмотрим, где следующий будет. Поехал куда-то. Наши полетели. У нас кто? А? Их вертушка где-то над нами уже. Ну вставь метку, бро. У тебя же есть вертима. Она прямо одна, да. Вражеская вертушка? А, на туре. Да, вот это что. Понял, принял. Район зачищен. По машинам, парни, по машинам. Все, можно ехать. Чел, ты чё такой грустный? А чел, что такой грустный? Он еще и лопоухий, смотрите, пацаны. Он очень грустный и лопоухий. Так. Это будет хорошо, не переживай. Вот это мы похую вообще. Пизда вообще, похую. Сидит парень спокойненько.
Красиво. Лэп, поле, деревни, блядь. Сейчас хуяк такой замес начался. Хорошие наушники, но я не слышу. Ладно, хуй знает. Только мухи. Только мухи жужжат и все. Не, может он заглушил. Может заглушил, может быть. Ну может, не спорю. Вертолет. Угу. Это наш. Не, вертушка наша, не сбивайте. Не-не-не-не. Бля, сейчас походу Беловия, вот эта вся дрянь прокнет, и нам пизда. Нет, нормально. Нормально. Чё, пешком или чё? Я пойду пешком, подберёте. Да, я слышал. На юго-западе. Вот здесь, да. Пацанами поехать. Хотя тут, ну, тут рядом. Что-то я бежать так, буду, ребят, долго. Я предлагаю пока что посидеть. Не стягивайтесь. Посидим пока в триггере. Тут подождем next точку. А, ну можно и так сделать, да. Убедиться, куда пойдет следующий. Рано или поздно замес все равно начнется. Да вы вернитесь в триггер, пацаны. Чего вы это забыли, блядь, как ману небесную. Пока тут постоим. Если Могилёва прокнет, вообще будет отлично. Спустимся и начнем тянуть. Что-то едет, нет? Или мне кажется? Едет, едет. Тандем, ты готов? Да, едет по дороге вот здесь где-то. Вот он! Лавка, смотри. Ой, там, на! Лежи, блядь! Лежи, лежи! Там живи! Пошла жара! У меня больше нету! Там не вставай! Бля, я ему морковкой ничего не сделаю! Ой, блядь, он нас разнес просто. Парни, паралик, вставайте, парни, паралик, вставайте. Сука. А я не понял, тандем, ты не попал, что ли, или что? Походу, не попал. По-моему, твой снаряд пролетел мимо. А, все, минус, да, он. Сожгли? Хорошо. Найс. Отлично. Чё с соплёй? Ах, не, вроде жива. Так, дочистите пехоту. Там она вышла, пару бойцов вот сюда. А, так сопля целая. Он слепой дурачок. Да, он отлично, пацаны. Всё, пока хорошо. Пополняйтесь, сопли все, кто там надо. Сейчас я приду. Ой, блядь, страшно было, когда он заехал, конечно. Зачистим барамбам и поедем. Я тоже, только я вроде попал. Там все так быстро произошло, да, вот. Что это. Я даже не понял. Вроде попал у меня мой на этот. Возле меня? Заряд. Ну, возле кто-то у меня тут. Короче, вот тут. Вот. Убитый, да, лежит? Чуть не вижу. Да.
что там они идем сейчас. Точку не могут взять? Прочистим, да? Сейчас немного и все. А, сожгли все-таки эту сволочь, отлично. Паркур, паркур. Все отлично, пацаны, хорошо сработало. Ждем сейчас про точку, там они, блядь, что-то так долго тянут. И... Стрелок, забери патроны свои с земли, что ты их кинул? Сейчас заберу. Трубача был. Она морта бьет. Ну да. Или минометы. Минометы, минометы, да. Про нас знают. Эта хрень успела доложить. Надо соплю отогнать, пока ее не распигать. Да, я отгоню, сейчас отгоню. Странно, что он по ней не начал стрелять, это он вообще... Он не успел, он растерялся, постел. По него две трубы полетело сразу. Что там у них получается взять точку следующую? Да, не забирают ее, они долго там что-то возились, ну вроде тянут. Сейчас мы ждем и едем на next. Просто сейчас я не могу. Подвигаемся в следующий. Где это? О, степное, поехали. Все, взяли они. Садитесь в машину, пацаны, все. Или? Не все, правда. Медик, медик, бегом, бегом. Пулеметчик. Пошел кот, блядь. Ты че не садишься? Блядь. Так, а че там следующая точка? Ловер, понял. Полям, по полям, синий трактор едет к вам. Он везет солдатов целый кузов. По полям, зеленый КамАЗик едет к вам. Он сейчас привезет ребят, чтобы наказать их. Опа, 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 прям на них. Пизда. Тихо, парни, тихо. Живем, 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 блядь. Снял. Еще один. Впереди, блядь. Всех убили, что ли? Да? Да. Блядь. Да, да, да. Что делаем? Ну, хули, резаемся тут тогда. Пометки движения. Да, как-то глупо, что-то. Слились. Хотя там касточки мы видели. Бывает. Бывает, да. На метки движения резаемся всем. Хаб... Да, да, я понял. Так, хаб это какой у нас тут? N9. Идем на ловер. Обидненько. Блин, прям... А! Обидненько, прям обидненько так. Ну ничего, ничего.
Да ничего, мы еще победим. Мазута, привет! Сейчас я там поближе скину, вот тут где-то. Будем заходить. Жестко нас, нашу соплю расхерачили диверсанты. Сидели в кустах там. Насиживали там себе. Блин, ну Кэп же вот знал и все равно туда поехал. Ну, ну ладно, что теперь сделаешь? Расхреначили, так расхреначили. Ну, блин, просто обидно. Да там такой лесок, зеленка, но они там сидели. Снова что ли, или скрэп-ярд, блядь? Да, наверное, сидели, крысили. Да, нова, походу, у них там точка. Да ладно, ничего страшного. Сейчас, чуваки, не отходите, пока отметки движения далеко. Сейчас я тут ралик скину и пойдем уже в атаку. Слышу М-ку. Зачищаем и идем на триггер. Хаб, возможно, по ромбикам моим. Вот они любят там строиться. Бугами на втором крыльце. Командир, у меня возле дома. Хочешь подарочек? Хочешь подарочек, да? Получи, блядь, подарочек нахер. Кинул морковку на второй этаж. Не, живой он. Живой, вот сука. На втором этаже живой. Да где тут заход в этот дом-то, господи, блядь. Хорошо зашли, Кэп. Хорошо зашли, командир. На! На! Получай! 5.45. Ага, он через дом. Гранату кинули, блядь, в дом! Кэп, 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 кэп! Заходить ко мне будут. Идут. А, меди, где-то в спине противник. Зайдет, нет? Вот в компаунде, где ты сейчас килишь. Перезарядиться. Инспектор, тебе, тебе. У меня около дома ходят. Я их слышу. Сейчас ЦМДшник построит хаб. Ебать! Минус два. Там еще один. Тихо. У меня бой, Кэп. Опасно это все, опасно.
Ты, блядь! Где-то снизу. Ребят, тут для моего дома много. Много возле меня. Снова снял. Найс. Ребят, в сарае сидит на 194 внутри. Блять, через окно я смогу по нему. Аккуратно. Даник, слева сарай. Аккуратно. Бля, через окно пролетит тандем. Не тандем этот, фугас. Ой, хорошо. Вижу. Блять, последний бинт. Да пошли вы в жопу, сволочи. Так, мне надо менять позицию, короче, они про меня знают. Отлично, кэпать начали. Да, точка пошла, братцы. Заходим в триггер, ребята. Отлично. Медик, ты далеко, брат? Убил я его, убил. Медик, помоги, брат. Тихо. Вол. Сейчас поднимем, парни, лежите. Вот этот крыса тут и сидел в этом сарае. Затащите, поднимайте тут. Медик, мотани меня быстро, я пойду в бой. Быстрее, замотай меня. Угу. Спасибо, золотой. Точка берется, отлично. Если выбили, то будет хорошо. Блин, патроны нужны. У кого есть? Стрелок, у тебя есть патроны? Да. Где ты есть? Все, медики, работайте, пожалуйста. Это важно. У нас два медика, это надо на медика играть. Под наш контроль. Отлично, пацаны. Начинаем, тянем, брат, тянем. Проходим дальше. На метку движения сейчас нам. Сюда. Там может хаб быть, надо его выбить. Откуда? Ну я подозреваю, что он там. М-ка слева где-то бьет. Ой. Блин, зеленка это, конечно, жесть. Ни хрена не видно. Могут сидеть везде. Могут везде сидеть. Враг захватывает район. Так. Да, они со спины идут. Со спины с севера, что ли? Да, здесь? Куда мы пришли, ребята? Куда мы пришли? Мы назад бежим? Там, где наш медик. Медик. Хаб нашли уже. Шестой хаб нашел. Поищите вот здесь баромбиком, парни. Все равно забил. Вот сюда баромбиком пройдитесь, поищите фугу. Где-то должна она быть.
складной. Я думаю, если там копы, они скорее где-нибудь в лесопосадке ее скинули. Может быть. Ну пройдите, посмотрите, там радиус есть, а они более хаб надо закрыть. Скинули по этой же улице и в лесопосадке. Кому ты, медик? Устав сидел, что? Не, он побежал на меня. Поднимите медика нашего, тандем, подними нашего медика, пожалуйста. Там на мне чел. Прям на мне. Понял. Разменял. Не знаю, я в домах не слышу радио. Бегаю. А, все, нашли фобу, вон она. Нашли, да? Вот кто там мои зеленые? Топер, мастер, кот Джахид, подойдите туда, выкопайте, помогите. Все остальные сидим на точке. Я поможем, какие проблемы. Я пока дойду, они уже выкопают. Они уже, ребята, выкопали. Ждем, пока исчезнет. Мастер, бро, видишь кого? Нет. А мне кажется, их там и нет. Что, командир к себе идти или ждать, пока рация полностью пропадет? Командир неразговорчивый, очевидно, слушает канал командиров и нас не слышит. По полям, мы бежим туда-сюда. Во втором отряде, в чате написано, чел всех давит на мейне. Рассоситесь. Юго-восток. По юго-востоку? Вертушка, да, вижу. Вот она. Садится, командир, садится. А, вот меня, вот. Давай, давай, блядь. Не успею. Я передал, что он бьет по ней. Сместимся сейчас, ребят, давайте на метку. Тандем, если видишь его, дай по нему. Ох, красиво, а, ах, ты, красота. Хорош. Интересно, я вышли они? Быстро тандему дайте. Если вышли, то это ты не жив. Идем, поищем. Да, вышли они. Всех положили, по-моему. Да, всех положили. Или не всех еще. Да все, всех положили. Мне нужен врач! Где-то еще остались. Медик нужен. Тут надо поднять парня. А, медик, сместись, тут надо пацанов поподнимать.
Неудачно они приземлились, конечно. Это хорошо, пацаны, хорошо приняли. Дай патроны, брат. Есть патроны? Блядь. Все, смещаемся обратно на триггер. У нас сегодня симулятор бега. Наши едут. Это наши. Главное, что у меня морковка есть. Куда они стреляют, не пойму. По кому вы стреляете? Да кто-то там один в поле бегал. Уже снял. Это наш. Даже не прятался. Ну а мы что делаем? Сидим, ждем? Мы сидим на забеленной точке. Наши, да, наши должны сейчас Петровку. Мы заберем ловер с чипной. У каждого свои задачи, пацаны. Понял, принял. Тишина в эфире. Просто ждем. Просто ждем. Давайте в бинокль, что ли, посмотрим. У меня техника. Ставь метки. Не могу все его... Не вижу. Ты далеко от нас, Даник. Не видим. Сопли въебал. Но они выгрузили ее вроде. Они с хаб стоять будут, да? То пойдем туда? Где? Поставь, пожалуйста, метку браво. Сейчас. Смещаемся туда, пацаны. Блин, зря уходили, они как раз туда приехали.
я север. Блять, птур нахуй. У них птур есть? Принимаем ее. Так вижу дым. А сопля свалила, да, я так понял? Да, да. Я понял. Вертушка пролетела. Вижу, вижу этого. Австралийца вижу, ребят. Сейчас. 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 Где он? Да, блядь, смотрим на друг на друга. Да, есть. Он там, он там, он там. Я вижу. Где-то в кустах стрелял. Ну выйди, гад. Давай. Он так сейчас наших покосит всех. Надеюсь, он выйдет. Да, он наших перебил. Ну же. Покажись. Давай, родной, покажись. Не хочет показываться. Или нашего убил. А не могли раллик поставить? Интересно. Так, там стрельба идет. Пулемет работает. Слышь, на 0.92. Ты высунься, пожалуйста. Что-то едет. Прям в лесу бой. Где, не пойму, но только слышу. Где ты, гад? Пойти туда как-нибудь прорваться аккуратно. Блять, я что, я поле не перейду? Там наш есть. У нас кто там бегает? Девятый. А, тут враг уже. Видел в кустах. Уже враг возле этого, парни. Возле заправки. Почти взяли точку. Отлично. Ну взяли, но нам надо задохнуть ее еще. Наши. Неужели не покажется никто больше? Ну что, к нашим бежать? Так. Ну ладно, там синяки справятся, в принципе. В принципе, там справятся синяки.
там есть на заправке кто, не? Зачистили? Права где-то будет. Я слышал ее. Я ее не видел. Она где-то парни, она. Не надо в поле идти. Вот сидим, у нас охуенные позиции в кустах. Не, нормально, тут. Им надо идти, а не нам. Мы лавку хотим принять, как. Там наш этот четвертый с ним боится, поборется. Да, не далеко не беги, правда, а то это. Потом не успеем вернуться. Пойдем лучше к нам. Нет, это наш. Пометки Чарли наш. Какой-то затишье перед бурей. Спасибо, медик. Я даже не... Не, верты наш пролетел. Что делать? Сидим тут до последнего, что ли? Мы, да, у нас актуальная точка, парни. Что делать? Депаем точку? Скучно, скучно. Очень скучно. Почему на карте метки, что с севера атака на точку? Это мои метки старые, да. Мои старые метки. Ладно, у нас такая задача. Дефы. Раз дефы, командир сказал, мы слушаем. Хват, это ж не Call of Duty, где надо всех. Кто хочет порубиться в Call of Duty, да? Идите. А тут чисто тактика. Коммуникация, тактика. Командир общается с командирами. Потом нам докладывают, что делать. Заметки щита там вроде пол. Там пол? Так. Кто умеет прописывать респаун, пацаны? Л. Зажми Л. Нажми L или тильду. Не знаю, что такое. Короче, чуваки, кто умеет прописывать респаун, один человек. Напишите, встанем по мейну сейчас. Они могут атаку организовать. Все остальные сидите вот по ромбикам, дефайте. А кто прописывать будет? Все, больше никто не прописывает. Мастер, молодец. Угу. По мейну резаемся, все. А нам сидеть тут. Вот как-то так. Ладно, парни, сидим, ждем. А че вот, что-то замутить хочешь, Кэп? Это я когда рядом синий всегда говорю. Зачем командирский говорится? Когда рядом. А, просто вызвал кого-то. Я у командира я забыл. А, да, он же уже резнулся, точно. А, ну да, он же резнулся, я забыл. Никого нет. Ну тут война уже близко, кстати. Куда вот пойдут, непонятно. Скучно. По полям, по полям. Мастер, вставай по мейну, пожалуйста. Встаешь? На, под дерево стрельну. Это что было, ребят?
Забейте. Да я развлекаюсь. В дуб. Я попал в дуб, ребят. Где война? Где? Да, война закончилась, слава богу. Сидим, чай там. Чаек. Есть чаек, конфетки, пряники? Пряники вкуснее всего. Да, пряники. Тульские. Да, тульские, заебись. Петульский пряник. Держи. Вкусный. Спасибо. Я говорю, ты тульский пряник? Не, пензюкский. Пензюк? Ты пензюк? Пензюк. Или как вас называют, пензюки или пензенчане? Пензюки. Пензюки? Понял. Ну ё-моё, сколько нам еще тут сидеть? Да фиг его знает. Пока это отметка на следующую точку. Идем туда, что ли? Что-то они не идут. Нет, это для меня, чтобы я доехать туда смог. А, окей. Когда я доеду туда, поставлю хаб, парни. Я за вами приеду и заберу вас, пока ДПД... Ой, как это долго ждать. Жесть, командир, ну это же долго. Ну это же очень долго, ребята. Понимаю, что мы тикеты берегем. Пока он доедет, и катка закончится. Мы уже туда пешком дошли. Только там стоит хаб уже. Стоит же хаб. Там же есть хаб. J14. Командир. На 2 хочет поставить, чтобы писали будут. А он вертушка садится на вышке. Вертолет в сторону нашу. Ну все, они поезжают уже. Кто выезжает? А, этот? Я? Не, вы выезжаете. Да вы пока доедете, как кончится. Мы подорвались. Мы на мине подорвались, поэтому мы возвращались обратно. Чиниться. Долго, блин. Вертолет надо было брать, очень низко лететь, а тогда не взорвается. Ну, блядь. У нас минометы, эти вертолеты на минометы возят припасы. Ну сюда точно никто уже не пойдет. Это 100% я говорю. Да подожди еще. Наши летают, как у себя дома. Но это тут, они и так у себя дома, правда? Ну у нас вот совсем тихо.
Ой, я даже не доедут, господи. Они еще только вон где, возле Алексеевки. Они еще только возле Алексеевки едут, это жесть. Там что-то наши суетятся. Вертолет за вертолетом гоняется, да? А, он хочет со спины заехать. Я понял. 132 тикета. Парни, тут боя уже не будет, это я вам точно говорю. В деревне чуть помахались и все. Австралийцы прикольная раскраска вертолета, кстати. Подгони машину поближе ко мне. Все. Глуши. Разгружай все. Давайте расстреляйся мне надо. Зачем? Мне на мейне встать надо. Разгружать надо. Пропиши респаун, и все. Да это минуту ждать, убейте меня нахуй. Сейчас. Спасибо. Не за что. Дарвас. Так. Ко мне пришел человек, попросил убить. Нормально. Нормально, у нас тут это. Он попросил сам убить нас. Его. Не, это норм, потому что он, видно, респаунится где-то, хочет в другом месте. Он потому что сказал, он не хочет ждать респаун, это долго, минуту. Ой, мы вот тут соскучились уже, все. Стоим, грустим. Ну все, не нойте, пацаны. Я иду ж за вами. Да не, мы не ноем, мы тут уже просто совсем заскучали. Я иду на ралли. Да, вставай, да, вставай по раллику, конечно. Мы не ной, мы просто соскучились без боя. Скучно без боя, да, ребят? Все, пацаны, еду. На метку выходите, движение все. Сейчас приеду туда к вам. Мастер почти построил. Ёб твою мать, тут лавка! Короче, побежали навстречу командиру. Гони. Ой, там морта бьет. Вот он родной, вот он родненький наш. Приехал.
Вперед, вперед, парни. Чего такие грязные все? Господи! Вы что, на животе ползали? У нас один на ФК, походу, погнали. Или нет? 100 тикетов. Минут 15 мы ждали, наверное. 10 точно. 109, брат. Бага достала. Тикетов. Неужели мы проиграем? По идее, не должны. Блядь! Блядь! Блять, ну там же техника! Ты прям на технику вышел. Не довез. Надо было там выходить. Блин. О, победа! Эврика! Эврика! Ну спасибо всем за игру. Ой. Как же это было жестко, жестко, жестко. Конечно, нормально. Ладно, ребята, спасибо всем за игру. Всем, кто будет смотреть, приятного просмотра. Ставьте лайк. Подписывайтесь, колокольчик. Если хотите следующую серию, не забывайте подписаться. Пока-пока.